Аньосо. Всем большой привет! Сегодня у нас корейская кухня. И приготовлю я необычную для нас закуску из свиных шкурок. Это простая, пикантная закуска удивит и порадует тех, кто ни разу не пробовал. И давайте скорее готовить. Такую корейскую закуску я раньше покупала. Сейчас я готовлю ее дома. А готовится очень просто. И получается очень вкусно. К готовлению нам нужна шкурка без сала. Я уже купила готовую без сала для этого салата, закуски. И нам нужно ее поставить вариться. Будем варить ее около часа, немножко в подсоленной воде. А тем временем, пока шкурки варятся, мы натрем морковь на терке по-корейски соломкой. Морковь натерла, и нам нужно ее подсолить, чтобы она стала более мягкой, не была такая вот твердой. Свиную шкурку подсолила и измельчила один зубчик чеснока, добавила также сюда для аромата. И варим под крышкой где-то около часа. Шкурка сварилась и нарезаю ее соломкой. Вот так нарезала шкурку и отправляю к моркови. Лук нарезаю полукольцами, очень тоненько. Чеснок я натираю на мелкой терке. Можно мелко измельчить, либо через чесночницу. Добавляем чайную ложку сахара. Измельченный кориандр. Молотый. Также где-то чайная ложка. Чайная ложка паприки. Немного острого перца красного по вкусу и также соли. Добавила 2 чайные ложки уксуса и добавляю разогретое на сковороде растительное масло, столовая ложка. Столовая ложка соевого соуса. Также можно, чтобы по отдельности не добавлять приправы, соль, кориандр, перец, можно использовать моркву по-корейски. Здесь, в принципе, состав тот, что нам нужен. И добавлю я еще чесночные перья. Вот такой молоденький чеснок. И петрушку. Можно заменить кинзой. Кинза тоже очень хорошо, ароматно и вкусно, прекрасно работает в этом салате, в закуске.
немного черного молотого перца. Добавляйте по вкусу. Перчите, солите. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник, чтобы промариновалось. Желательно, конечно, на ночь, либо хотя бы несколько часов. Как это будет вкусно, необычно, оригинально. Простая, вкусная закуска из свиных шкурок готова. Посмотрите, какая красота, как это вкусно и просто такую закуску подать к праздничному столу, либо на каждый день можно. Порадуйте своих родных такой вкусной закуской. И готовится очень просто. Как же ароматно! По желанию можно украсить кунжутом. Вам желаю приятного аппетита, прекраснейшего настроения, вкусной еды. Оставайтесь на моем канале. Также подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Аньоникасё.